Там сейчас закапывают. Пошлите на говносброс. Концентрированное говно, которое типа... Премиум кал. Кал — это круто. Я кал нейшн, я уважаю. Всегда был за кал. В прошлом году раза в 4 мощнее валило. Ну да. Люди стали меньше снимать. Блять, это лодка с говном? О, Гордей проходит Гордей челлендж? Ебануться! Бля, я бы на самом деле сейчас типа... У меня какой-нибудь гарпун бы был, типа я бы гарпунов вниз типа стрельнул, чтобы он потонул где-то в говне. Сейчас, короче, на Жека, повернись на меня, сфоткайся вот так. Это будет новой афишей. Это на 9-ю годовщину будет. Гребите к берегу. Гоша! 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 Ааа! Ей, перекрасился и все, ништяк! Мы плывем! Блядь, что ты делаешь? Докурим. А слабо, типа, ну, просто на ладошку взять кувшинку кала и закусить. Там, смотри, там, типа, на середине озера пробка, которая отправляет кал в Австралию. Вот мы и прибыли. Пойдемте щемить сухопутных крыс. Ну и хуйня. Слушай, ну и почти хуйня. Как кал, в котором мы плавали. Так, где родник Николаевский? Я откуда знаю, блядь. Ты его увидишь сейчас на карте. Набираем водички в своей бутылке из-под пива и больше никогда не пьем алкоголь. Я сейчас насу туда. Это освещенная вода, типа, воздух для собачки осветил. Очень вкусно. Вода. Где мой вейп? Где сука? Воды? Ты чувствуешь себя намного свежее и русее? Сука, я твой рот давно ебал. Сука, ты давай пососал. Сука, ты послушай жестко фристайл. Я тебе весь материал скину. Окей. Где колбаса? Я не пиздали. Он какал в родник. А что мы ждем? Гордея с телефоном. Пиздец, полный, блядь. Ему надо... Чё? Что? Они идут. А, идут? О, они идут! Я снимаю нахуй. Я в кал строго, бля. И моя Рита со мной всегда. И моя братва, бля. Ебал. Тоже рот ебал. Ебал, тоже рот ебал. Ты хочешь, чтобы я тебе рэп зачитал? Я зачитаю, нам надо идти. Тебе надо тебе пройти немножко пути.
когда говносбросы или от говносброса осы падают жестко, не давая меда, как будто мы полеводские Иваны Муромцы, но мы не из Мурома, мы из Рязани, мы говно связали. Я не могу больше что-то придумывать. Да уже достаточно. Да. Что это, водяра? Дайте глотнуть водяры. Это вода святая. Фу, не, заберите это у меня. Минута. От... Ну, минут 10, да. Мы успеем наполовину. Мужики, две булки подготовьте пока. Велик не будем трогать. О, сюда доставляют еду. Ну, мы должны это услышать. А, я слышу. Хорошо отдыхается. Да неплохо, да, гуляем, блядь. Да, это жалко велик, нахуй. Главное, мы дошли. Салютик не пострелили. Ну, вы не пострелили. Блядь, я про себя и говорю, нахуй. Я... Нихуя, это что за... Сука, это селудка? Андатра с крыльями. Миш, ты заплатил? Мы сели, выпили водки. Я не хотел платить. А после третьей рюмки подумал, блядь, он охуенный пацан. Короче, он попущен. Блядь, Саня, охуенный, блядь. Ну водка попущен. Ты не слушай бредни, блядь. Пьяный, блядь. Я тебе дал свой телефон. О, блядь, что нахуй? А почему вас так мало вернулось? Они доходят сейчас. Они ушли. Я похуй. Я дал свой телефон ему. Ване? И что Ваня сделал с твоим телефоном? Включил караоке. Вернул его. Ты охуел? Миллион штраф челлендж происходит. Я два батона взял, их уже съели, блядь. Не, реально хочу. Я подхожу, говорю, можно? Мне просто дали один, искали два, мне говорят, что охуел. Я думаю, блядь, ну ладно. Мы сняли на каком транспорте. Не, ебать, Софа, это правильно, но... В лес челлендж и не пойду. Она треснула, ее нужно срочно переливать. Отсюда расходимся на лес челленджи. Вот здесь, вот кольцо трамвая. Вот это кольцо? Ну вот где-то тут. Ну, 160 рублей, так вот. Блять, нихуя. 5 машин рядом, бля. Видимо, подготовились уже. Тебе посвятить, да? Ну все, давайте, усейте, блядь, что уверяют. Пока. Видик обязательно. Пока рано разберу. Лес челлендж. Мужики, удачи вам, сил. Терпение. Не терпите, главное, вы не терпели. Блять, пацаны, подождите, там лесной страж жестко реально стоит. Вы куда пошли? Вы домой должны идти. Нам куда идти-то? Туда? Вот так? Домой. Какой-то аулешник, который на нас смотрел из темноты 2 минуты, а потом пропал во тьме. Так что нас сейчас прыганут походу. Вам палку, ебалку, дайте. Я сейчас оружие дам ребятам. Вот так вот берешь. Вот это. Все нормально. Колено на раз ломает. Все, погнали. Нам выдали оружие, если что, прогонуть.